Есть одна извечная проблема. Ну, ты извинишься? Отношения детей и их родителей. А ты никогда не стараешься, не выносишь мусор, а мне надоело его выносить. Одни стараются научить, защитить, направить. Целься в печень или в почки, иначе она не научится. Другие вечно готовы спорить, доказывать, нарушать. На самом деле все не так. Прошу вас, не рассказывайте ей об этом. Они приносят друг другу множество проблем. Это и есть план? Это все, что я придумал. Но при этом дарят невероятное количество счастья и бесконечную любовь. Фильмы о непростых отношениях детей и родителей. Не говори с ней о марксизме и о том, что ты троцкианец. Троцкист. Только сталинист назовет троцкиста троцкианцем. И я давно уже не троцкист. Я маоист. Точно. 7 января на Иллюзион Плюс.